Мы сегодня здесь собрались. Это день подведения итогов, в принципе. Раньше мы это дело отмечали в корпоративах, собираясь на новогодних, так сказать, вечеринках. И подводили итоги, говорили, как нам было тяжело, как нам было трудно, чего мы сделали, чего не сделали. И вообще, где мы сейчас? Но сейчас получается, что это не корпоративная такая вечеринка отдельных предприятий, а корпоративная встреча нескольких предприятий, которые конкретно занимались работой по благоустройству города, по наведению порядка в городе. Да, действительно, вот смотрите, березовая роща, закустенелая, ну, скажем так, похожа на какой-то отстой. На сегодняшний день, медленно, но верно, каждый год какие-то новшества там происходят, чего-то мы там сооружаем и так далее. Нравится кому-то это, не нравится, но в принципе я полагаю так, что основной части города это нравится. Потому что в каждом деле, которое мы не начинали в городе, какие бы администрация города не реализовывала проекты, у каждого проекта есть определенная оппозиция. Ну, она так должна быть, наверное, чтобы, может быть, иногда в этой оппозиции рождается зерно, потому что если не дышит в спину, как говорил Лебедь, то движения вперед не будет. Поэтому мы двигались. Значит, в этом году, вот смотрите, Карла Маркса сделали. Весной и летом это будет маленький Бродвей, по которому будут, соответственно, мамаши там с колясками и так далее. А просто был асфальт. Ну, плохой, хороший, ну, был просто асфальт. На сегодняшний день это какая-то уже такая зона отдыха, зона прогулок. Значит, то, что касается следующего проекта, который будет в следующем году. Да, мы немножко там повоевали, мы немножко попросили наших жителей, сами поучаствовали в голосовании за Мурашова. То есть, ну, уговаривали нас все-таки попытаться людей уговорить голосовать за Горняк. Ну, как-то Горняк немножко не наш. Поэтому мы переговорили со своими жителями микрорайона привокзальный, попросили их там принять участие, свои сотрудники. Ну, вот как бы, что это будет, не знаю. Потому что всегда получается так. Мы смотрим на картинку красиво. Ну, может быть, и совсем красиво. Когда начинаем реализовывать, правильно глава города сказал, что проекты, они не сырые, они дико сырые. Когда они начинают воплощаться в жизнь, то получается, как бы, некоторые элементы не радуют глаз.